Выставки такие просто не нужны, а просто необходимы. Первое. На таких выставках проводятся соревнования. Приходит вся молодежь республики. Приезжают зарубежные гости для того, чтобы посоревноваться и показать свой профессионализм. Они ходят и просматривают выставку, хотят что-то здесь приобрести. То, что они не могут найти в своем городе. Эти выставки, они необходимы для развития молодежи, для прогресса. Особенно приятно, что в этом году ко мне лично подошел генеральный директор выставки и поблагодарил за участие. И я должен сказать, что организация на высоком уровне, можно брать пример с этой выставки. Я надеюсь, что такое мероприятие может когда-нибудь состояться и в Италии. Подобного рода выставки – это, конечно же, шажок вперед, шаг к развитию, шаг к некому своему внутреннему становлению. В рамках нашей республики я хочу отдать должное данной выставке, потому что у меня была возможность увидеть выставки подобного рода в других странах. Это действительно красиво, это действительно дорого, это действительно статусно. Все, вот здесь определенная атмосфера, очень много людей, шикарная энергетика, то есть ты с одной стороны отдаешь, с другой стороны забираешь, поэтому ну, это круто, опять-таки знакомить людей со своими брендами, с брендами, в которых ты уверен, в которые ты любишь, влюблять в них остальных, это, ну, по-моему, прекрасно. Участие в выставке «Интерстиль» дает нам положительные эмоции, знакомство с новыми интересными людьми, яркие впечатления, встреча с друзьями, с профессионалами. Подобного рода выставки нужны для узнаваемости бренда. Сейчас очень много на рынке представлено косметики, и для того, чтобы человек узнал, что именно наша косметика хорошая, он должен ее попробовать. Вот для этого и существует такая выставка «Интерстиль». Все профессиональные мастера, они всегда приезжают на выставку «Интерстиль», она у нас самая классная, самая грандиозная. И я думаю, эту выставку любят у нас абсолютно все. Только с 7 по 10 ноября. Минск в атмосфере стиля и красоты на выставке «Интерстиль-2019». Косметика, косметология, спа, нейл-дизайн, парикмахерское искусство и многое другое. В рамках выставки Международный фестиваль красоты «Роза ветров» и Кубок Минска-2019. С 7 по 10 ноября в футбольном манеже.